Это музыка Фрэнсиса Лэя, знаменитого, который исполнил саундтрек для фильма «Мужчина и женщина». Вы помните такой? Был потом трогательный фильм по следам того фильма «Мужчина и женщина» 20 лет спустя. Играли те же актеры, но уже на 20 лет постаревшие. И был еще один, еще 10 лет спустя, где уже герой был никакой, а героиня. Женщина была в полной кондиции, нормально. И он добрый престарелый, и она за ним ухаживала до последнего. Вот. Но музыка Фрэнсиса Лэя, или Лая его называют, всегда завораживала своей... Мы знаем его секрет, там обычно интервал, который женщина не оставляет, равнодушный. Еще немало песен. Хотите на бис что-нибудь? Конечно. Да?